Да тащи ты уже эту баррикаду, да мелкий, подпрыгни выше! Да сломай ты ее уже, что ты не достаешь? Уйди! Уйди! Фу! Это кака! Не надо трогать! Мелкий! Стой баррикаду! Стой баррикаду! Так. Ну это его хотя бы на пару минут задержит. Чё нам делать-то в этой жизни, вы можете сказать? А ты-то чё там за нами кукуешь, а? Чё ты там за нами кукуешь? Стёпа, успокойся, не умрем мы! Хотя на самом деле в этой серии все, наверное, возможно. Скорее всего, да? Ищите выход. Чё вы на меня смотрите? Я должен, что ли, все проблемы в жизни решать? Ваня, иди помогай! Давай, ты мужик везде! Ну да, вряд ли ты мужик. Вот это... Слушай, маньяк, я тебе обещал то, что мы с тобой встретимся. Вот мы с тобой встретились почти лицом к лицу. Ну, разве что перед нами два слоя баррикад. Но это ничего не означает. Убери этого своего сынишку переростыша. Разберемся с тобой как мужики. У тебя два ножика, у меня калаш. Давай, не? Ладно, ну мы отсюда выберемся. Может быть, а может и нет. Но там уже узнаем. Ищите, 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 ищите. Мелкий, тащи еще одну баррикаду. Что нам делать? Что нам делать? Что нам делать? Так. Опа, второй этаж. Может меня туда кто-то подсадить? Подсади, Степа, подсади. Давай, сейчас, ладно, давай я шкаф сломаю, на шкаф тогда залезем. Опа, вот сюда, сейчас выстроим небольшую такую лесенку. Опа, вот сюда. Так, все рассосались, мелкий там сидит, чтобы Франкенштейн не забрался. Да что ж ты... Не достаю! Ну почти, прям почти достаю! Степа, потолкни, Степа! Да! Нет, бесполезно. Поставь обратно шкаф. Ладно. Мне было очень приятно со всеми вами познакомиться. Спасибо каждому за эти 160 плюс-минус 167. Он баррикаду сломал! Мелкий, тащи еще одну баррикаду! Ставь! Молодец. Было приятно с вами познакомиться. Эти 160 серий жизни ютубера пролетели как один день. Если что, похороните меня на футбольном поле. У меня с ним очень много теплых воспоминаний. Баррикаду еще ставь! Уйди отсюда! Ставь еще одну баррикаду! Мелкий, ставь! Ладно, хоронить будете позже. Аленка, перед смертью я хочу побыть только с тобой наедине. Ща, маньяк, подожди, пожалуйста, 5 секунд перед тем, как нас резать. Ща, тут просто Ваня хочет с Аленкой наедине 5 минут побыть, ща, хорошо? Ну, как бы, вот, любовный вот это роман, ща мы под... Ага, хорошо. Ну, все мы были вот это, все мы подростками были, все вот эти муси-пуси. У меня тоже там девушка была в 10-11 лет. Пока могу, заговариваю зубы маньяку. Короче, у меня в детстве, в 10 лет, у меня первая девушка, Наташка ее звали, Наташка. Ой, какая мадама была, ой, а ты, рассказать тебе, как мы первый раз с ней поцеловались? Рассказать? Не? Ну иди в задницу тогда. Аленка, Ваня, вы с ума сошли? Вы думаете, это самое под... Ага, и в паутину меня. Вы думаете, это самое подходящее время? Самое... Ладно, хорошо, разберемся сами. Ладно, если умирать, так умирать. Как говорится, вот это первое правило ютубера, что для другого человека смертельная ситуация, то для ютубера контент. Поэтому... Опа. Всем привет! Прямо сейчас мы находимся в логове маньяка. Как видите, сзади меня находится Франкенштейн. Мелкий, отвлекай его, отвлекай. Прямо сейчас мы находимся в логове маньяка. Мы не знаем, что с нами случится. Об этом вам скажет Мелкий прямо сейчас. Мелкий, скажи что-то подписчикам. Все хорошо, начало снято. Вот направь камеру на Франкенштейна, а мы будем что-то думать со Степой. Степа, спасай, пожалуйста! Ой, мелкий, отошел бы ты подальше от окна. И ты, маньяк, тоже. Hello, motherfucker! Отойдите назад, пожалуйста. Назад! Бегите! Все назад! Не брить меня в... Демоняк! Демоняк! Кто это? Бомжара? Все на выход! Мясо пока! Выходите! Все на выход, выходите! Бомжара?
Ты-то тут какими судьбами? Я понял, что был неправ. Я хочу вернуться на должность мэра, но об этом чуть позже. Вот ты прям вот совершенно прав, то, что сейчас об этом говорить не будем. Все, давайте запрягайте лошадей вот этих и текайте отсюда. Мелкий! Мелкий! Давай, 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 быстро, быстро! Да я все сделаю. Они до сих пор там. Аленка, Ваня, вы не слышали то, что танк взорвался? Давайте, давайте, на выход! Франкенштейн сейчас прокопается! Ваня, давай, чё стоишь? Я останусь здесь. Слушай, Ваня, у тебя там кукушку переклинило, вот это контузило от этого выстрела. Давай на выход за Аленкой, шуруй! Все тебя ждут! Уходите, я его задержу. А вот этот герой, да, в памперсах проснулся, как я понимаю? Давай, быстро, Ваня, заколебал, на выход! Оставь меня. Слушай, ты... Я не знаю, как тебя сейчас обозвать, если ты хотя бы ради меня не хочешь выйти отсюда, если на свою жизнь тебе наплевать, если ферма, куры, свиньи, которыми ты владеешь, тоже наплевать, ради Аленки хотя бы, ты же понимаешь, что если ты сейчас не выйдешь, она потом опять с Мелким начнется встречаться, вот это, как бы я не против, Мелкий мой недоприемный сын, но ты же вот это ухажер Аленки, ради нее хотя бы, будь мужиком, ну разве что ради Аленки. Она моя судьба, она моя любовь, я готов ради нее на все. Ну так вот, вот это, яйца в руки возьми и текай отсюда, давай, быстро. Вот это. Куриные, я всегда имею в виду только куриные, а то потом будут говорить 18+, 18+. Все, пошли. Бегите к чертовой бабушке, так потом заберем. Давай, Мелкий, текай из города, ты, Аленка, не оглядывайся, давай. Никого не забыли. Степа, Михалыч, Ваня, Мелкий, я и Ален... Тихо, бомжара, разогна... Он за нами, да, походу, идет? Что это за сатана? Знакомься, бомжара, Франкенштейн! Пацаны, нафаршируйте его парочкой патронов! Давайте, все вместе! Все! Ладно, если не таким способом, то значит вот таким. Ща. Назад не отходите, сейчас все будет. А вот сейчас назад, все быстро, побежали. Надеюсь, там хороший вкусный шашлычок получится. Пошли. Ваня, тушись. Я не имею ни малейшего понятия. Как мы отсюда сбежали? Давай, Мелкий, давай, Аленка, давайте! А Степу надо забрать. Пошли, Степа, пошли. Отцепите меня, пожалуйста, кто-то от этого забора, отцепи! Я не знаю, как мы... Заберите Степу, Степа, забери Степу. Я вижу, вам там весело, да, четвером в воде? Так, все живы. Все сюда, быстро ко мне, быстро передо мной все стали, надо пересчитать всех. Так, Степа жив, бомжара жив, Ваня жив, Аленка жива, Мелкий жив. Мелкий, ты случайно разговаривать не научился после такого стресса? Скажи, жопа хотя бы, я не знаю, скажи хоть что-то. Короче, Степа, он тебя жопой назвал, я понимаю, что он говорит. Так, ну вроде все живы, все здоровы. Я надеюсь, то, что мы смогли завалить этого... Нет. Даже выстрел из танка твой, бомжара, не смог завалить этого... Ладно, тогда будем делать вот так. Обосрался! И не возвращайся сюда больше! Ща. Я ему дам предупреждающий финальный выстрел! Нафиг! Ну, вроде немножко времени мы с вами выиграли. Не знаю, сколько лес гореть будет. А, ну тогда иди туши, Степа. Я что-то об этом не подумал, да. Мы за защиту природы. Степа, давай быстрее, а! Ладно, опасная штука, надо ее убрать. Бомжара, забирай Степу и пошли. Вот сейчас... В ближайшие несколько дней, чтобы, пожалуйста, все были вот прям максимально аккуратны. Вот каждый... Где бомжара? Каждый из вас, чтобы был максимально аккуратен. Я не знаю, к кому в гости в ближайшие дни может наведаться, что Франкенштейн, что маньяк. Все поняли? Молодцы, дети, молодцы. Мы с Аленкой остаемся здесь, с моим батей. Вот это правильное решение. Ваня, только, пожалуйста, следи за этим лесом. Я не знаю...
когда этот маньяк может оттуда выйти, возможно, даже сегодня ночью. Охраняй Аленку. Она тебя любит. Ну, может, наверное, не так сильно, как мелкого, но все же любит. Да-да, я буду держать ружье наготове. Все, давайте, 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 быстро, быстро, сваливай. Вы что там делали, двое? Я спалил вас! Но только Ване мы об этом не скажем. Ваня, давай, давай, тащи Аленку, тащи Аленку. Давай в дом, давай, быстро. Побежали, побежали, побежали. Дома будете разбираться, вот эти любовные ваши... Так, подожди. Ваня, Ваня, Ваня! За Степой прогляди, вот это, мы не будем его тащить домой. Давай. Все в машину и поехали. А сейчас минуточка адекватности от всех нас. Что нам делать дальше? Вы понимаете то, что сейчас город еще более серьезной опасности, нежели был до того, как мы нашли дом маньяка. Вы это понимаете? У вас есть какие-то предположения? Нам что ли опять туда отправляться? Вы понимаете то, что маньяка даже танк не берет, а Франкенштейна, наверное, даже авиаудар с неба не возьмет. Да если на него ракета упадет с неба, ничего этого Франкенштейна не возьмет. Че мелкий прыгаешь? Камера! Ты успел камеру! Я забыл камеру захватить! Там все записано! Там все сохранил! Молодец! А что делать-то дальше? Пацаны, есть идеи какие-то? Мелкий, у тебя задница чешется, я не могу понять. Что тебе надо? На русском языке скажи! Ты куда-то хочешь пойти, да? Да? Ну, веди нас тогда. Может, мелкий сейчас что-то придумает. Мелкий всему голова. Давай, давай, давай. Машину тут оставим посередине перекрестка. Никто ее не украдет, кроме маньяка. Слушай, мелкий, если ты меня сейчас тащишь куда-то в Макдональдс, потому что тебе там резко Биг Мак захотелось, я тебя накажу. Вот прям накажу. Вот. Чё? Шавуху хочешь? Вот ту святую? Да что ему не терпится-то, я не могу понять. Телевидение? Подожди. То есть ты хочешь, что... Ты хочешь транслировать нашу запись, которую мы только что записали, по телевидению в город ютуберов, по центральному каналу, чтобы весь город узнал о доме маньяка? Мелкий, с меня киндер и шоколадка, и батончик, и кофе, и торт тебе на день рождения. Ты гений, ядрить колотить, давайте, забегайте, 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 все внутрь, все внутрь, все внутрь, давайте. И хоть я здесь и не был примерно серии 23. Людмила? Так вы же в этом, в агентстве Жирафик работаете, вы что тут забыли, а? Ой, здравствуйте. Да, мы выкупили все каналы, и за нами теперь вся реклама и центральное телевидение. Ну я вас поздравляю, вы прям настоящий бизнес-вумен, но, честно говоря, посрать вообще прям килограммами. Короче, мы вот тут... Куда я поставил? Мы вот тут только что пришли из дома маньяка. Там у нас и Франкенштейн, и маньяк, и там убийцы в этом доме. Короче, Аленку похитили. Аленку похитили. Мы за Аленкой пошли, там Ваня расплакался, горит то, что пожертвуйте, я собой пожертвую, вы убегаете, я задержу Франкенштейна. Я это все на запись снял, вот это записью записал, на вот это на камеру закамировал, и вот сейчас к вам пришел. Надо по каналам всем показать. Так, стоп. Вы что мне тут лапшу на уши вешаете? Какой дом с маньяком? Как он Франкенштейн? У нас в городе ютуберов нет никакого дома с маньяком. Ага. Ну да. Я тоже так думал до сегодняшнего дня, пока меня там не закрыли в одной комнате. Я уже 10 раз успел с жизнью попрощаться. Но вот этот бомжара, вот этот наш мэр, который спился... Кстати, бомжара, ты что, решил вернуться вот это на должность мэра или что? Или вот это голову себе закодировал наконец-то? Я все переосмыслил. Я решил вернуться обратно на должность мэра. Ну ты молодец, только об этом чуть позже. Людмила... С камеры берете запись и транслируете на все федеральные каналы. Все, проваливайте. Да вы что, не понимаете? Это все монтаж. Какой монтаж? Все на камере запечатлено, и Франкенштейн, и маньяк. Там нет никакого монтажа, Людмила.
За городом находится настоящий особняк маньяков. Вот можете сами поехать и сами посмотреть, какой монтаж. Это далеко? Ну, в соседней деревне, за деревней и на горе. Ну, как сказать, да нет, ну минут 10 туда ехать. Я вам поверю, только если увижу все собственными глазами. Не, ну вы точно чокнутая, ей-богу. То есть мы сейчас, в смысле по-другому никак. То есть мы сейчас оттуда две серии убегали, чтобы прийти сюда к вам, засунуть вам эту запись в одно место, в USB-флешку, именно в это я место хотел засунуть, вот. Чтобы вы показали всему городу, что у нас есть маньяк, чтобы весь город сплотился и пошел и зарубасосил этого маньяка. А вы мне говорите то, что вы хотите увидеть этого маньяка сами? Глазами? Я вам не поверю, пока сама не буду в этом уверена. Ладно, курица. Ну, в смысле, Людмила. Хотя курица и Людмила — это одно и то же. Ну, именно вот это Людмила. Пошли, давай, за нами. Пошли. Хочешь увидеть маньяка? Только чёрт, ты сама туда пойдешь. Я в этот дом больше ни ногой. Так, кто со мной не поедет? Бомжара, ты решил стать мэром. Иди в мэрию. Давай, давай, восстанавливай город. И нанимай полицию, нанимай, не знаю, кого-то, кого хочешь, давай. Вы сами там сможете, справитесь. Бомжара, я тебе честно, искренне, всей душой благодарен, что ты справился с этим маньяком, что ты его задержал, то, что ты откуда-то, где ты танк нашел, а? Ну, ладно, неважно, потом разберемся. Иди в мэрию, разбирайся с городом. Я этой курице покажу то, что там все же есть дом, и отправлю ее туда саму. Все, пошли. Садитесь! Сейчас мы тебе все покажем, Людмила. Ванчос, извини, мы тебе сейчас немножко пшеничку здесь потопчем, а то нашу мадмуазель Людмилу надо доставить вот прям туда, к берегу. Так, вылезайте, давайте все сюда. Вот видите, до сих пор еще лес горит. Это я туда с гранатомета пульнул. Только тут переплыть нужно. Давайте, пацаны. Давай, 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 давай. Людмила, давайте прыгайте. Я не буду в воду залезать. Ну, если вы умеете по воде ходить, то пройдитесь по воде на своих каблуках. Я не знаю. Давайте. У меня дорогое платье. Я в воду не ногой. Имейте уважение, в конце концов. Это я имейте уважение, в конце... Курица... Стойте здесь. Пацан, извини, но мне эта лодка сейчас нужнее. Ага. Давай, 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 да, давайте, Людмила, залезайте. Давайте, давай, 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 давай. Ой, как сложно. Вылезайте, давай. Ага, ага. Вот так, все, пошли, 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 все за мной, все за мной, все за мной. Сейчас ты все своими глазами увидишь. Туши, мелкий, туши, 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 туши. Давай, 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 все за мной, давай, Людмила, не отставай. Сейчас вы все увидите, я вам обещаю, там такой репортаж будет, там такое будет. Вот я вам уверяю просто, вас поднимут, покажут на всех вот этих каналах страны покажут. Вы станете самым лучшим репортером, только пожалуйста, за пиндюльки, пожалуйста, вот это все на наш центральный канал. Если вам, конечно, не сло... Где ваш дом? У меня же записи есть. Он вот здесь был 15 минут назад. Вот на этом самом месте. Вот свидетели. Все с вами понятно. Балаболы. Какие... Людмила, постойте, пожалуйста, это какая-то темная магия, это вот это какой-то невидимый щит, который скрывает дом от поля, от зрения других людей, это, он только что здесь был, ну, подписчиков спросите, все же его видели, Людмила, у меня записи есть, вот, я вам не верю, там монтаж, до свидания.
Честно, я в этой жизни ничего не понимаю. Где дом, мелкий? Ладно. Мелкий, беги за Людмилой! За Людмилой! Кого ядрить, колотить? Что здесь происходит?